и не в такую погоду в бой выступали. Ну, все самое... Дядя Джордж, возьми плащ. Да. Рад помочь. Рад помочь. Если глазам кто-то на вдруг самого великого... Ну как же он? Когда я его... Как можно... Покажи мне свой... Не хочешь сыграть в... Оружие ни к чему. О, если слабая рука его нет. Правда? Нет плохих врагов. Нет плохой погоды. Дашь меч подержать?
пошла. Вперед, плотва! Если моя рета захочет что-нибудь... Приветствую. Бывай. Взгляни-ка сюда. Пошла. Привет. Покажи мне... Бывай. А медом тебе голову уже намазали, герой? Но! И видел чертежи. А что я говорил? Нет на островах такого. Прошу прощения. Это у меня в последнее время все чешется. Правду люди говорят. У вас то должно быть жизнь хорошая. Бессонная ночка, а? Серебро есть. Но! Чем дальше родит клан Тиршек? Кровь королей. Эй, взгляни-ка сюда! Привет. Покажи мне свой... Бывай. Давай. Но! Подойди Черный ближе, незнакомец. Сука, я и не думал, что... Ну что ж, как угодно.
Да наградят тебя боги, ведьмак. Я же тебе смогу дать лишь скромный подарок. Загляни ко мне домой, тут недалеко. Да наг... О! Пока. Торгов.
хочу твои страдания. Черные носки. Я и не думал, что ты же... Взгляни-ка сюда. Земле, видать, людям не нам. Хиндаль хранит клан Тирш. Ярко представьтесь. Он здесь согласен. О, кто же да. Вчера? Все свои вопросы решили. А кто же? Ну, вроде как великана убьет. Милости. Ну, да. Есть. Наум? Чем это у вас... Спасибо, что уделил мне. Нам сил хватило. А эта микстура зачем? Чтобы волос раз. А что? А ты топоры умеешь писать? Не ищешь? Велени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест кровавого барона и повздорила с какой-то ведьмой. Умники есть? Привет! Бывай! Шевелись, плотва. Но! Шевелись, плотва.
быстрее. Но пошла. Ух ты! Смотри! Привет! Бывай! Пошла! Золтан? Да? Насчет карт. Они у тебя? У меня есть карта с Изенгримом. Ну-ка, покажи. А говорят, все эльфы прекрасные. И много Зет с тебя содрал? Зет мертв. Я встретился с его убийцами. Ну, плакать я по нему не стану. Что с остальными картами? Тебе не кажется, что это увлечение становится слишком опасным? Из-за твоих карт люди гибнут. Только Зет. А он, поверь мне, был не невинной овечкой. Впрочем, ты же разобрался с его убийцами. Так зачем дело стало? Лучше расскажи, что с остальными картами? Других карт я пока не нашел. Продал их, должно быть, сукин сын. У меня есть учетная книга Зеда. Покажь. Выходит, карты купили Цезарь Бильзен и Равик. Но могло быть и хуже. Нужно нанести им визит. Равик? Это еще кто такой? Да обычный шулер и мошенник. Прямо диву даюсь, откуда у него деньги на карту Наталиса.
С тех пор, как я начистил ему рыло, отношения между нами скорее прохладные. Так что тебе придется навестить его самому. Кто такой этот Цезарь Бильзин? Бухгалтер тесака. Был порядочный мужик, а теперь стал такой важный, что с ним даже выпить не выйдет. А рыбалки? Мы познакомились в рыболовном клубе, в Красе Понтера. Только теперь Цезарь туда и не заглядывает. Так вошел в роль, что и из дому почти не выходит. По крайней мере, за ним не придется бегать по городу. Попробую достать эти твои карты, раз для тебя это так важно. Спасибо. К Цезарю можно вместе сходить. Встретимся у его дома. Это самый оляпистый каменный дом на площади Иерарха. У него фасад золотом выкрашен. А если хочешь сначала побеседовать с Равиком, попробуй заглянуть в Золотой Осетр. Добро. До свидания. С Равиком не цацкайся. У такого над ухом гаркнешь, так он обосрется. Ну, удачи, Геральт. Дождь, люблю дождь. Ух! А дождь чья вина? Чародеев. Покажи. Не знаю, буду я что.
Смилуйся. Вечный Добрый огонь день. Осветит вам Хороший путь. День для торговых дел. Лучше ладушка. Будь. Эй, седой, хочешь провернуть сделку век? Ну что? Магический аксессуар. Интересно. Я и не... Покажи. Сплошный. Этот не зуб. Он суп на... Смотри, чтоб я тебя на... Есть один проверенный метод изгнания ведьмы. Хорошее зелье. Низушек не врал. Запах на всю улицу. Эй, Сидо! Хороший ты... Так что? Ну ладно. Ну вот, Паша, смотри, как... Он... Ах, ты говори... А, у вас уж... Если бы ты отдал ее сразу, нас бы... И так, как все... Вот видишь, Ральф. Согласен. Играем!
Кисто. Сейчас. Я терыло на тебя. Еще можно сдаться. Спасибо. Не знаю, чем тебя отблагодарить. Картес Наталис. А, да. Я тороплю. Картес Наталисом. Разумеется. Пожалуйста. Стоп! Покажи мне. Будь здоров. Тебе чего, мастер? А, вот и ты. Карта с Наталисом у меня. Ну вот и ладушки. Сейчас только обнесем Цезаря Бильзана и домой. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. А мы не можем просто выкупить у него карту? Будь у меня хоть немного свободных наличных, я бы давно съехал в повес. Впрочем, Цезарь в жизни не продаст карту Фингини. Но ты не волнуйся, он в накладе не останется. Есть у меня для него бутылочка махакамского спирта. Спиртной дух отечества для иммигранта значит все-таки больше, чем какая-то говеная карта. Ты, кажется, говорил, что Цезарь не пьет. Я говорил, что с ним не просто выпить, потому что он редко выходит. А значит, он сразу накушается до изумления. Три стопки, и ты сможешь всю его коллекцию вынести, распевая при этом про трех девиц из Викулара. Что это за коллекция? Никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про все расскажешь. Ну, пойдем. Живой? Цезарь Бильзан! Еще помнишь спор о том, кто король Понтера? Король Понтера — щука! Ну вот, видишь, а я пришел тебя убеждать, что сом... И притом не с пустыми руками. А это кто? Это Геральт. А Геральт рыбу ловит? Да, в прошлый раз я поймал на червя такого окуня. В Понтере? Ну да. На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюет, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна кларнет. Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчику. И на вкус было как тимьянчик с говном. Сыт! Взял я прошлым разом? Геральт, а ты что скажешь? Как, по-твоему, судачок на вкус? Как говно. Ну ладно. Берем удочки и идем на Понтер. И никто мне тут не будет взрывать. А ты слышал, Бильзан, что Виба Батильда
Недавно молодую щуку на горох поймал. Да брешет, как всегда. Вонторские щуки не такие дурные, чтоб на его тухлый горох кидаться. Они только на живца берут. Или на червя, но не особо. Я вот как-то выкопал такого жирного, красивого, что сам бы сожрал. Ну, не знаю. Геральт, а вот вы там в Каэр Морхене на что ловите? Мы их бомбами. О, это как так? Бильзен шуток не понимаешь, что ли? Шутка, правда, говёная. Геральт, метнись, принеси еще бутылочку. Через минуту. Живо! Ты что, забыл, зачем мы сюда пришли? Как тут наберешься с одной бутылки? Ладно, иду. Ну так когда пойдем сама-то вместе ловить? Я с тобой больше ловить не буду. Помнишь, что было в последний раз? Ну и что было? Не надо было так подсекать, он бы и не сорвался. Бьюсь об заклад, я тебе уже где-то слышал, белоголовый. Этот наш вроде бы прикреплен к столешнице. Ящик открыт. Треугольное отверстие в стене. Интересно. Тайная дверь за книжным шкафом. Классика. Статуэтка человека. Ее создали с помощью магии. Пожалуй, отнесу ее Трис. Сервиз, с которого император Имгир ел во время коронационных торжеств. Веревка, на которой был повешен Стефан Скеллен. Кинжал Ватье Дейдо. Черепы Ахима Деветта. Ручноватая коллекция. Полный доспех 7-й Дайрлянской бригады. В идеальном состоянии. Портрет императора Юнгыра, темпера дерева. Довольно подхалимский, я бы сказал. А вот и Френгилия. Конечно, сука. Золтан, пора собираться. Ага. Поздно уже. Погоди, ты ж бутылку собирался принести. Вы уже уходите? Привет, Бильзен. У нас для тебя новости от шефа. Новости? Какие новости? Мастер Тесак очень недоволен. Минуточку. Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню. Поздно. Взять его. Вы двое проваливайте отсюда. Оставьте его в покое. За голову ведьмака Тесаку придется платить отдельно. Ну, вперед! И торчать же нам тут целый день. Эх, а я бы пивом
выпил. Ой, спасибо. Придется мне с тесаком еще объясняться. Лучше в письме. Верно. Пойду собирать вещи. Ну, удачи. Бывай. Эх, доброе у тебя сердце, Геральт. Однако неплохо ты уделал последнего. Аж по стенам брызнуло. Взглянул я на коллекцию Цезаря. И что? Ничего удивительного, что он ее не афишировал. Нильфгардские доспехи, портрет Эмгыра, черепа Ахима де Ветта, кинжал Ватье де Ридо, веревка, на которой повесили Скеллена. О-хо-хо, ну и ну. Ну и мерзость. А я ему руку подавал. А ты веревку случаем не прихватил? Кое-кто за нее прилично бы заплатил. Некоторых такие вещи возбуждают. Нет. Нет, так нет. Жалко. Еще я нашел статуэтку нильфгардского солдата. Она магическая, но что на ней за чары, я не знаю. Трис с ней разберется. Точно. Занесу ей при случае. Все карты у нас. Что теперь? Теперь мы загребем за них кучу денег. Пойдем. Надо побыстрее заканчивать с этим обменом. Опасаешься, что клиент передумает? Скорее уж я передумаю. У меня тут было столько желающих, что я их перебирал, как красотка ухажеров. А клиент, он кто такой? Приятель приятеля. Я мало о нем знаю, но это кто-то вроде герцога. Ты меня знаешь, Герр. У меня никому предубеждений нет. Лишь бы платить. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Это все слова. А когда ты последний раз... Ну, жду не дождусь, как бы рассчитаться с королем. Из этого города. Ну, наконец-то. Труп уже остыть успел. Это что еще такое? Твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет. Примерно в такой последовательности. А теперь попрошу карты. Надеюсь, раздобыть их было не слишком трудно. Попробуй их забрать, узнаешь. Один? Я не такой глупый, как граф. Ты, наверное, это уже понял. За работу. Краснолюда попробуйте взять живьем. Мне с ним потолковать надо. Сейчас сделаем. Геральт, эта манда убегает с моими деньгами. Сука! Сука, с нашими деньгами! Догони, ублюдка, а я займусь остальными! Ты уже покойник! Не лезьте ему под дверь! Отсюда! Фукин сын выбил мне зуб! Что? Ничего не понимаю. В эту сторону! Эй, герцог! Ты не уйдешь! Не трать зря силы!
вас. Тут... Нет, я хочу убедиться, что это наша последняя встреча. И что? Догнал? Деньги у тебя? Да. А что с герцогом? Ты его прикончил? Да. И очень хорошо. Ну, Геральт, ты что предпочитаешь? Деньги или карты? Без тебя я бы не справился, так что ты выбирай. Если хочешь наличные, не вопрос. Я за час найду другого покупателя. Я бы, пожалуй, взял карты. И очень хорошо. Тогда я сразу могу идти с деньгами к королю нищих. Вот он, удивится. Удачи. Спасибо, Геральт. И помни, Сом — король Бонтера.